Всем привет, с вами дядя Ваня, и конкретно этим видео я собираюсь начать целую серию роликов жизни в Черногории. Я собираюсь рассказывать о различных фишках жизни в Черногории, естественно, не оставлю стороной свою основную тему спорт, нутрициология и все, что с этим связано. И сегодня я вкратце расскажу о некоторых основных фишках Черногории. Естественно, самая основная фишка Черногории – это море. Адриатическое. Прохладненькое, но это, по-моему, офигенно. Особенно в жаркую погоду, которая здесь летом. Ну и отдельно бы хотелось бы уделить внимание вот этой вкусняшке. Это трилече. Это национальное лакомство. Тортик с тремя видами, ну как они говорят, молока. Там сливки, молоко, еще там что-то. Очень вкусно, и об этом я расскажу как-нибудь отдельно. Тема еды для меня, как для нутрициолога, это, естественно, основная тема, поэтому я не оставлю ее стороной, я буду ее всевозможными способами освещать, потому что она здесь действительно очень интересная и обширная. И очень хотелось бы в данном случае рассказать немножко про местный фастфуд. Фастфуд в Черногории – это вообще отдельная тема. До прошлого года здесь не было вообще ни одного всемирно известного какого-то фастфуда, Макдональдса. Короче, только в 2022 году здесь открылась парочка бургер-кингов. И как только они открылись, они сразу, естественно, наводнились людьми. Людьми из бывших стран СНГ. Из Украины, и России, и Белоруссии. Потому что местное население это не кушает. Местное население, оно вообще очень консервативно в еде. Мы отдельно, наверное, даже посвятим тему вот вкусом черногорцев, они в основном вот питаются тем, то, что вот питались на протяжении многих лет до этого. Гирос, плескавица, то есть все вот в этом духе. Но, кстати говоря, что гирос, что плескавица полностью перебивают весь этот долбанный фастфуд, к которому мы так привыкли. Вот такой мы обед заказали. Тут получается нам с супругой два гироса и детям вот такая вот темка. Очень офигенная. Здесь курица отдельно, отдельно две булочки, отдельно картошка фри, овощи. Вот этот сметанный соус очень вкусный. Вот, без всяких там майонезов. Ну и у нас, соответственно, гиросы тоже с картошечкой фри. Мы сегодня не на диете. Все это нам вышло 22 евро. Это причем с кока-колой. Вот, кока-кола здесь дорогая. Она вон две маленьких баночки вышла по 3,40 евро. Естественно, ни одной темой фастфуда мы живы, поэтому я думаю, вы сами мне накидаете тем, которые осветить. Я думаю, обязательно посетим местные магазины. Я вам покажу определенные, опять же, фишки, которые в магазинах есть здесь и которых нет больше нигде. Это реально все будет очень интересно. Но, тем не менее, находясь в Черногории, естественно, будет еще много видов природы, в частности. Одна из самых офигенных фишек Черногории – это ее природа. И в частности, водопады. И конкретно вот этот водопад находится буквально в 5 минутах от города Будва. Как впечатление? Вода тепленькая такая. Постоять там еще минуты три, и зуб на зуб не будет попадать. Ну что, посмотрели? Правда? Красиво. Я сейчас, кстати, про себя, не про природу. Шучу, шучу, а то мне потом напишут комментарии, самовлюбленный качок и все такое. Пока что, на этом первое видео с ознакомлением всего, что происходит вокруг меня, мы, я думаю, закончим. От вас я жду комментариев, что бы вы хотели больше всего видеть в моих роликах.